вы не поверите, вот и я попал на X-Factor. Правда, посижу, послушаю. Вот это сила X-Factor, получил наслаждение и удовольствие. Не поверите, да так получил, что в метро опоздал. Пошел по городу дождливому гулять. Сейчас ночи до 4 утра, не поверите. Вот это прогулочка. Но тем не менее, знайте, вот такая жизнь не только звезд нашей эстрады, но и слушателей. Так что смотрите X-Factor. И появились свои вольные слушатели. Не поверьте. Вон, видите, сзади? Где не видно? Вон, видите. Вороны там сидят, слушают.